Сергею, вы на канале Я Носик Арбузик. И сегодня я вам проведу рум-тур по моему дому в Avatar World. Я очень давно не делала видео большие с Avatar World. Но сегодня я решила вам провести рум-тур. У меня очень чего много поменялось. Очень много чего. Извините, я запуталась. Ну, давайте начинать. Первым делом, когда мы заходим в дом, у нас здесь передний двор. Здесь у меня барбекю, вот здесь, и можно посидеть вот тут, вот. Я притащила еще бабочки, вот, и мое любимое деревце. А это коляска, самокат и коляска. Давайте дальше. Это вход. Ну, такая маленькая тумбочка с ключами, с карточками банковскими и проездным. Ну, а тут у нас билетики, тоже на метро. Это кухня. Она немножко изменилась, я добавила очень много аксессуаров. Вот здесь у меня всякие баночки, тут в школу, в садик. Это приборы для готовки. Тоже сковородки, кастрюли. Здесь у меня для посуды сушить. Здесь всякие вкусности. Вот это всякие там специи, макароны, еда. Так, не обращайте внимания, что у меня мусорка открытая, потому что у меня вот такой бак, я не могу просто вытащить. Мне пришлось найти вот такой миленький, тоже красивенький фартук. Ну, всегда два фартука у меня. Это холодильник, я его пропустила. Вот, забит всякой едой. Давайте дальше. Я перенесла гостиную вместо обеденного стола. Вот. Здесь можно посидеть. Это, кстати, новая мебель. Вот здесь у нас спит Тундра. Это у нее такой уголок. А это уголок для Тёмы. Вот. Ну и дальше. Это у нас большая столовая. Я взяла вот такую штуку, потому что она очень вместительная. И тут у меня много посуды. Вот тут на 6 человек стол. Это для Тёмы. Ой, я почему-то села, извините, ребята. Вот. Это вот здесь у нас всякий багаж, сумки для путешествий. Это у меня просто селфи-палка. И лейка всегда понадобится. А здесь у нас для стирки. Вот здесь у нас... Вот, это не знаю зачем, просто баночка. Вот здесь почти ничего не изменилось, только я поменяла столик, и он перенесся в комнату Юны. А это мое любимое место для занятия йоги. Я сама все это обустроила, нашла вот это все. Вот. Давайте загрузимся на второй этаж. Кала на второй этаж. Это я просто пыталась заснять что-то, но не получилось. Ну так, давайте мы все тут. Тёмочку на ручки возьмем. Вот. Это и одно из моих самых любимых мест в доме. Вот здесь можно посидеть, книжку почитать, связать что-нибудь. Или просто в телефоне посидеть. Я немножко изменила комнату близняшек. Теперь у них у каждого вот такой шкафчик. Как всегда, двухэтажная кровать. Свои игрушки вот здесь, рюкзачки. И игрушки. Это мини-ванная. Она почти что не изменилась. Ну или вообще не изменилась, я не знаю. А это комната Юны. Здесь изменилось почти ничего. Но я добавила вот здесь такие полочки для ее наряды
по балету. Да, она занимается балетом. Если кто подумал, что Юна моя ос, это неправда. Вот это моя ос. Ну, второй этаж закончился. Теперь давайте на второй. Так, давайте вы все выйдете отсюда. Ну, только Андрей пусть с нами поедет. Вот. Вот, мы приехали на третий этаж. Вот здесь у нас не изменилось вот это для кроссовок и туфелек, и носков. Вот. Вот здесь я поменяла кровать. Теперь, потому что я поменяли бак, теперь можно лежать вдвоем. Очень удобно теперь. Вот. Я еще добавила телевизор, как у меня в Токи-Боке. Это, ой, но я не могу взять Тему. Темочка вот взялся. Я наконец-то нашла маску для лица. Ну, на лицо Андрею. Правда, она такая детская для мальчиков. Ну, ладно, зато нашлась. Ну, это лампочка вот. Это полочка для наших гаджетов и часов. Вот здесь я добавила, это типа рабочее место, я добавила наушники. Вот это наушники Андрея, а это мои наушники. Ну, это тут все осталось как всегда. И наконец-то комната Темочки. Вот, пусть поспит. Спи, мой хорошенький. Вот здесь я добавила вот такую полочку. Там у него вся одежда хранится. А здесь просто книжечки, игрушечки. Я еще какие-нибудь аксессуарчики добавлю, как получится. Но это пеленальный столик, который можно найти в мебельном магазинчике.